И всем привет! Продолжаем проходить Бога войны, восхождение на PlayStation 3. Так, нам идем дальше. Так, нам, по-моему, вот сюда надо. Ага. А, ага. Я думал, сломать надо. Ну ё-моё. Ух ты! На тебе, на тебе. На, на. На тебе щитом. Ах ты ж. Поиграли в футбол. О, вовремя мы ее долбили. Да что ж ты не дохнешь-то, а? Наконец-то. Угу. Вот какие-то. Загадки, загадки, загадки. Куда-то надо ее. А, смотри, еще вон это есть. Так, а если эту? Подвинуть тут чего? Ага. Наверное, надо обновить, починить. Ты чё не берешься? Сторону. Что, нельзя? Может просто сломать? Да. Она сейчас куда у нас будет? Все понятно, надо сначала тогда вот эту обратно. Вот сюда. Теперь давай вот эту вот. Данин, рычажочек. Так, подожди, а, восстановление. Да. И чего? Не запрыгнет. Ху-ху. Не так все просто.
как я думал. Подожди, может надо... Нет, что-то как-то... Надо восстановить. Так, восстановили. А дальше-то что делать? Ой-ой-ой, не то нажал. Так, куда это вот эти прыгаются? Пока что-то я сообразить вообще не могу. Так, секунду, что у нас там пишется? Посмотрим сразу. Так, все пишется. Сейчас я тут еще ничего сделаю. Быстренько. Оп. И вот так. Оп. Такой. Все, продолжаем. Продолжаем ломать голову. Слушай, а эту хрень... Может, она вон туда можно засунуть? Ну-ка. Так, а сейчас мы ее... И вон туда сейчас запихать. Запихается она, нет? Оп. Во. Что-то сделал. Что сделал? О, смотри-ка. О, нифига, сколько тут плюшек. Так, заметки записной книжки Архимеда. Мой труд почти завершен. Я трудился долгие годы. Осталось совсем чуть-чуть. Вот-вот я закончу и смогу отдохнуть. Моим костям вреден этот морской климат.
Да, глаз Горгоны второй. Пирушка. Пирушка первая. Так, а дальше тогда что? Выше мы не можем. А в другую сторону. Вот, а потом, наверное, с той стороны тык-тык-тык туда. Ну-ка. Давай, давай, давай. О. Ага. А куда прыгать-то? Так, а теперь, наверное, это ломаем цепи. Ломаем, я сказал. И вот эту штуковину. Во. Фух. Разобрались. Да. Вот так вот. Как оказалось. Так, мусы. Так, мухи пошли в баню. Вот так тебе, муха. Ух ты. Куда-то выбрались. Сейчас опять лазит, да? Стопа Аполлона. А, это стопа. Так, секунду. Секундочку. Ладно, пойдем куда-нибудь. А куда? А, все вижу. Куда-то. Наверх. О, смотри-ка, нас уже не спрашивают, восстановить или разрушить. А, еще она. Я думал, он прыгнет. Хотя нет, теперь-то я вижу, что он бы не допрыгнул. Это что за китана, блин? Музыка-то какая? Твои подруженцы.
Лови! Лови! Давай, разочек. Ярость тебе. Ты слышишь, я вроде в блоке стою. Да чтоб тебя! Все, доралась, дура. Ни слова, ни полслова. Давай сразу драться. Ну что это такое? А чё? И цепляется. Я не понимаю. А чё я не цепляется? Ну не сюда что ли? А куда больше? Ломать надо было. Все, ладно, понятно. Надо было сломать. Бля. И покатились. От стопы куда? К морде? К морде Аполлона покатились. А, еще не покатились, да? Ну опять вы. Поиграли в футбол, теперь в гандбол. А что, так можно было, что ли? Я думал, он не упадет у меня. Он обычно не падает туда, куда ему не может, нельзя прыгать. Так хорошо в гандбол играли, а? Да, по центру стоять.
А чё ты свинтила? Так, опять эта фигня. Так, все, нажали. Все, ему в голове. Ну, ёпарно, опять ты. Да что в вас, а? Не заколебали, слышь, вот сейчас я вам так дам вот этой вот фигней. Пару разиков. Давай вот это добиваем. А, так добили, ну ладно. И так отхватила курица. Я думал, сломать можно, там будет красных сфер много-много дадут. Нет. А, R1-то надо держать надо, да? Так, и что мне это дает? А, вот, тихо. Давай походим тут, посмотрим. Тут штуки. Так, туда мы не хотим. Туда мы не хотим. Мы туда хотим, туда не можем. О, смотри-ка. Какой-то чемодан. А если туда вниз качусь, все. Тут у нас чего? Ну, нам походу сюда по сценарию. Ну, пойдем. Фу ты, блин, хорошее начало. Это вообще классное начало. Да ты что ты, а? Вот и все. А, вот и все. Дальше еще хуже. Вот, тихо. Живем, Кратос, живем. А, вон туда. Все. Тараканы. Опять. Лови. Давай! Сколько вас тут набежало? Букашек-таракашек. Тут никаких. Вон. Один, правда, всего ящичек. Ну, хотя бы был. А беленьких нету тут нигде. Так.
14, а нам надо, по-моему, 25, да, чтобы, в принципе, прокачать. Так что пока ходим, собираем. Смотрите, можно вниз спуститься. О! И не зря. Тут у нас глаз Горгона. По-моему, сейчас кто-то будет. Опять-таки амазонка эта. Вот я про большого. Да блин. Я ж вроде крестик нажимал. Какие вы вредные. Да резко как-то появилось. О, теперь вот нажалось. Это совершенно случайно. Я нажал то, что надо было нажать. Так, одного завалили. Так, добиваем, дядьки. Все, одного сделали. Бум! И бум тебе! Какие они вредные, слушай. Бесячие бесячки. Бесячие бесячки. Здоровья нам не надо. Тут у нас чего? Сундуков нету, сундуков нету. Феникса. А нужны ли они вообще еще эти перья Феникс? Или четвертая тоже есть? Прокачка у магии. Тихо. Ага. Заметки из записной книжки Архимеда. Явились глупцы. Они сказали, что выполняют указания сестер. Не может быть. Сестры никогда не позволили бы этим двоим уничтожить мое творение. Thank you.
Так а чего он не зацепился-то? Я ж нажимал захват. А, можно было без прыжка, да? Куда-то прилетели тут. Ой, ой, ой. Все, они зацепились нормально. Так, а там сундук. Как мне взять? Там сундуки были. Походу я все уже, да. Все, мне обратно не вернуться, да? Эх, ну и ладно. Жалко, конечно, но не смертельно. А чё? А, это кокон летит, мухи живут. Вот он как раз таки нам и мешался. Так, наручи Аполлона. Армия в замешательстве. Вернись к нам, командир. Веди нас к победе. Тебя вообще нет. Ты иллюзия. Вернись к корням. Вернись к себе, спартанец. Мы лишь вернем тебя домой. Мой дом — это Спарта! Сестра, покажи ему, как в Спарте карают предателей! Хватит биться! Возвращайся домой! Все вернется! Мы сделаем это по-моему! Пять ты что ли? Я покажу тебе, как надо. Ты уже сегодня подхватывал уже у нас. Что хочешь? Ну-ка, давай, пока она тут. Че убежала-то, лохопедка? Я знаю тебя, клетку преступник.
А, это вот мы прокачали, да, и новая типа появилась. Способность. На. Лови подачи. Все, получила? Так. Какая самая выёб... Выпендривается самая из всех сестер. Не попало. Да. Ну, моя крошка. Раз он нам делает больно, боль он получит в ответ. О, добивал. Блин, не ту кнопку нажал. Я что, вторую руку оторвать? Еще хоть попало по ним, то нету тут штуковины. Ой-ой-ой. Блин, она в шаре. Так чем этот шар мочить? Может вот этим? Или эту долбить пока? Капец, вообще я уже запутался, ничего не вижу. Thank you.
Так, новое что-то добавили. Да, блин, они до сих пор какие-то. Так, давай, 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 добивай. Это то же самое, да? Кнопки другие. Там еще вон это бандура. Утащили под воду. Куда собралась? Иди сюда. Что делать? Что ты ржешь? Хватит! Пора, Кратос. Вернись на свое место. Если исполнишь предназначение... Может, ты и сам окажешься на Олимпе? Я не стану служить Аресу. Что это иллюзия была? Ты не справилась, Мегера. Я сама разберусь с ним. Ты еще вернешься. Вряд ли. Это надо было сделать давным-давно. Оркас! Поэтому ты заодно со спартанцем. На этот раз тебе конец. Оп. Слабак! Смотри, что ты сделал! Найди! Тебе не добраться до фонаря, спартанец! Тебе не добраться до очей. Матери узнали, что ты их ищешь. Эта сила спасла меня от гекатанхейров. А что станет с тобой? Если ты проиграешь, то я тоже буду обречен. Алекта в ярости уничтожила единственный путь к фонарю. Я не успел рассказать тебе о дороге. Но теперь нужно искать другой путь. Так, ну что ж, делаем паузу. Сейчас проверю, тут все у меня. Давайте мы на этом закончим. Коротенькая серия получится. Что-то у меня тут сегодня с настройками беда какая-то. В следующей серии поднастрою опять ОБС и продолжим в следующей серии. Всем пока. Заходите в гости, берегите себя. Пока-пока.